молодец. Скажите, я молодец. Я молодец. Я молодец. Кто молодцы? Вы молодцы. Хорошо, дорогие друзья. И мы начинаем нашу тренировку. Меня зовут Иванова Лариса. Я тренер по радости. Имею международный сертификат. Имею право преподавать. И немножечко вам расскажу, что такое йога смеха. Раз вы сюда пришли, что-то вас все-таки привело сюда. И я вам скажу, не зря. То, что вы сегодня узнаете, но вы скажете, это мой счастливый день, это здорово. И будем сегодня эти практики применять. Очень энергетический день, кстати. Сегодня, да, да. Вообще круто, круто, круто. И смотрите, йога смеха, это вообще-то не про смех. Вот смехотерапия, да, там больше про смех. А в йоге смех, он используется как инструмент для тренировки здоровья, прокачки энергии, ресурсного состояния, эмоционального интеллекта. Йога – это дыхание, это взято из йоги. Вот кто слышал там дыхательная гимнастика Стрельникова? Да. Да, откуда она-то стрельнула? Из йоги. Да. То есть йога – это про дыхание. И все, наверное, понимают, насколько это важно. Да? Если там без еды человек может жить, там, не знаю, 2 месяца, без воды, там, 3 дня, да, то без дыхания мы совсем мало живем. И очень важно качество нашего дыхания, как мы правильно дышим. Йога смеха – это игровые практики, это голосовые упражнения, это медитация, это ментальные упражнения, немножечко физические. То есть вообще цель – пробудить в себе внутреннего ребенка, как в Библии сказано, будьте как дети, всегда радуйтесь. А еще сказано, а унылый дух, что? Сушит кости. Да? А скажите, пожалуйста, вот сейчас такое время для многих волнительно, что мы видим по телевизору? Байдана. Тучи сгущаются, да, уже 2-3 года, ковид, да. Многие люди потеряли работу, кого-то уволили, сократили, обанкротились. Потом дальше, курс доллара, евро там рухнул, да, там у нас вот с Европой непонятно, там то санкции, то другое, спасибо китайцам, они с нами. Аллилуйя вам, да, мы вас любим, очень умнейшая нация, умнейшая, трудолюбивая, целеустремленная, вообще просто мега. Мечтаем в Китай попасть, может подружимся, вы меня пригласите когда-нибудь, да. Вот, и йога смеха. Для здоровья. Давайте поглубже этого коснемся. Смотрите, когда мы смеемся, а в йоге смеха есть специальное правило, как правильно смеяться. То есть это тренировка в первую очередь. Тренировка. И смотрите, когда мы все делаем правильно и по правилам, то есть у нас усиливается кровообращение. Мы больше вдыхаем кислорода, выдыхаем все ненужное. Постковидная реабилитация сегодня включает йогу смеха. То есть идет отхаркивание, выплевывание слизи, все ненужные залежи. Кто простывал, у кого было воспаление легких, там любые вот такие заболевания, мы от всего этого избавляемся. И физически избавляемся, и метафизика включается, работает. То есть тут работает наше подсознание, наши эмоции, наши чувства. Это очень сильно. Говорят, метафизика – это 95%, а физика – это 5%. Поэтому если кто-то пьет БАД, витамины и думает, что этого достаточно, но если он при этом унылой рукой своей будет это брать, пить ничего не поможет. Потому что в первую очередь мы должны быть по шкале эмоциональных тонов на высоком подъеме. И когда человек на высоком подъеме, то ему, у него настолько иммунная броня крепкая, что ему не подвластны, не страшны никакие вирусы, никакие болезни. И наоборот, наверное, вы замечали, вот поволновался, на кого-то обиделся, да? И раз уже что-то горло заболело, и зачихал, и какой-то вирус приклеился. Правильно говорю? Правильно. Теперь смотрите, когда усиливается кровообращение, да, значит лучше поступает кислород в голову. А ведь если мало кислорода к голове, происходит инсульт. Если мало кислорода к сердцу, происходит инфаркт. Деменция, Альцгеймер. Вот это те все болезни, которые... Здесь показано прям заниматься йогой смеха. То есть идет профилактика этих всех болезней. Когда более сильно хорошее кровообращение, то улучшается работа мозга, улучшается память, открываются лидерские качества, харизма, творчество. То есть уже замечено, что там, где на производствах проводят йогу смеха, там сотрудники, они и сплоченнее, и дружнее, меньше ходят на больничные, более продуктивно работают, у них хорошая такая атмосфера, у них дружный такой корпоративный дух, и
Обычно это такая вот сильная, такая любящая, сплоченная команда. Это здорово, да? Теперь смотрите, когда мы смеемся, это, ну, как знаете, вы в тренажерном зале 2 часа активно поработали. То есть появляются и кубики на прессе, обозначается талия, уходят лишние килограммы, что тоже очень важно, правда? Происходит массаж внутренних органов. То есть весь наш организм включается. Мы смеемся и сердцем, и почками, и носом, и ушами, и ногами. Всем смеемся. Теперь эмоциональный интеллект. Когда человек начинает йогой смеха заниматься, это еще, знаете, такая наука, гелотология, которая вот не имеет границ. То есть мы не включаем сюда какие-то национальные принадлежности. Вот Раиса Васильевна спросила, а если здесь возрастные ограничения? Нет, могут заниматься все от мала до велика. Йога смеха вне религии, вне политики, вне там каких-то национальных там рознь, еще чего-то. Йога смеха, она всегда за объединение. Йога смеха, она служит миру во всем мире. Потому что когда человек насыщен, наполнен счастьем, радостью, мы отдаем то, что у нас внутри. Вот что у человека внутри, то из него выходит. Особенно это проявляется в стрессе, да? Когда кого-то задели, и он тебе там понес. И сразу понятно, что у человека внутри, да? А кто-то там перевел в шутку, ну как-то себя. То есть йога смеха – это возможность управлять своими эмоциями, контролировать, чтобы не эмоции были над нами хозяева, а наоборот. Ну и мир во всем мире – это сегодня очень важно, да? Поэтому йога смеха, она относится ко всему миру, что мы все дети одной земли, что все страны равны, все дети одной планеты, одного единого Бога. И я думаю, это здорово. Как вам это? Да? То есть йога смеха за то, чтобы мы делали мир лучше. Мы родились и живем для того, чтобы сделать этот мир лучше. То есть у нас у всех есть такая миссия. Мы не родились просто кушать, рожать, там, деревья сажать. Ну, птичка даже больше деревьев сажает, чем там, человек, да? Мы должны более глобально что-то делать. Это самое главное, способствует миру во всем мире. И вот сейчас, да, вот такая ситуация, и люди входят в страх, в волнение, в депрессии, в уныние, да? И когда человек в таком состоянии, он лежит на постели, ему ничего не хочется, ему лень, правда, он руку не поднимет. Может ли он в этот момент быть хорошим семьянином, хорошим работником, хорошим супругом, хорошим там бабушкой, дедушкой? Да нет, конечно, да, он в плохом настроении и другим вокруг только портит настроение. Поэтому я как-то услышала, как это сейчас, разве можно смеяться, вот такая обстановка вокруг. Как вы считаете? Как никогда мы должны быть крепкими орешками. Если вот такая обстановка вокруг, и мы еще сляжем на этой почве, кому от этого будет легче? Да? То есть мы должны быть крепкими, ресурсными, мы должны понимать, что вот так по щелчку завтрашний день не изменится. Уже мы в этой турбулентности находимся 3 года. Да? Сейчас вот мобилизация и так далее. То есть мы уже должны смириться, жить, научиться жить вот в этом мире и радоваться каждому дню. Не только когда мы там машину купили, костюм, ну еще что-то, а радоваться, вот сегодня чудесная погода, солнце, рады, да. Вот вы сегодня сюда пришли, я тоже этому рада. У нас очень много поводов, поэтому быть счастливыми в моменте, быть ресурсными, быть энергетически прокачанными, и тогда к нам будут тянуться люди. Потому что люди, они идут на что? На энергию. Что сегодня самый большой дефицит? Энергия. Чего людям не хватает? Радости и счастья. Потому что все только пересылают всякие там отрицательные новости, какой-то информационный негатив. Мы это прекращаем. Мы всем рекомендуем йогу смеха, рекомендуем, как быть здоровыми и счастливыми. Поэтому участвуйте в этой миссии, и ваша жизнь уже будет проходить не зря, во многие-многие страны.